Друзья, всем привет! Сегодня видеоролик посвящается проекту под названием Nauticus. Мы сейчас находимся на официальном сайте проекта и видим, что ICO уже идет. Оно как бы сейчас в самом разгаре, продлится еще до 18 мая. На данном этапе собрана уже немаленькая сумма в размере 11 миллионов долларов, даже немного больше. В принципе, софткап уже давно достигнут, как бы уже превышен практически в два раза. И на данном этапе они намереваются собрать 16 миллионов долларов. Хотелось бы рассказать о проекте вкратце, что он из себя представляет, на какие моменты направлен, какие проблемы намеревается решить. В общем и целом, Nauticus представляет из себя удобное и эффективное решение, а главное безопасное, по платежным и коммерческим как бы переводам и использующей технологию блокчейн, подкрепленную монетой Nauticus. Это лучшее банковское дело с использованием технологии блокчейн. Лучше любого коммерческого решения, которые как бы связаны с фиатной валютой и как бы не на технологии блокчейн. Как бы технология блокчейн позволяет решить очень много проблем, в том числе и безопасности, эффективности, скорости. Также в общем блокчейн делает революцию в сфере коммерции и экономики. Так что Nauticus выступает своего рода решением с помощью блокчейн, которая позволит обеспечить все эти моменты, вышеперечисленные. Вы можете ознакомиться с информацией на официальном сайте. Здесь есть дорожная карта, где поэтапно показаны планы проекта, как они намереваются решить все проблемы, которые существуют на сегодняшний день. С помощью white paper, который вы сейчас видите на экране, вы можете ознакомиться с технической документацией и узнать все в деталях от А до Я как бы о проекте. Всем рекомендую его скачать. Здесь описана проблема, которая существует на сегодняшний день, и ее решение, конечно же, с помощью проекта Nauticus, с помощью их решения. В общем, по дорожной карте информация вы сейчас видите на экране. В принципе, после окончания токен сейла 18 мая 2018 года начнет функционировать данный проект, и мы сможем увидеть в действии, как это все происходит. Но, судя по white paper, многообещающий проект, который действительно нужен и актуален на сегодняшний день. Так что ссылочки все я оставляю в описании, переходите, ознакомьтесь и принимайте для себя решения, делайте выводы, стоит ли инвестировать. Сейчас действует хороший бонус в размере 10%, так что задумайтесь об инвестиции в данный проект от токенов Nauticus. Информация, как вы видите, по ICO сейчас у вас на экране. Мы можем посмотреть структуру токена, как он выглядит, что он из себя представляет. Вот, собственно, информация сейчас у вас на экране. По токенам, вот информация по курсу и по тому, сколько будет выпущено токенов. Это вот такая сумма будет выпущена. И софткап 8 миллионов долларов уже достигнут и уже собрано намного больше. Хардкап ICO 68 миллионов долларов. Точнее, 88 миллионов долларов. Это как бы 68, это сумма, которая на ICO желаемая сумма, я так понимаю. В принципе, немаленькая сумма. Проекты с таким хардкапом в основном функционируют дальше и развиваются, как бы делают иксы на своих токенах. И это очень хорошо для инвесторов, тех, кто вложился и немного подержал токены, после чего увидел хорошую прибыль. В принципе, информация по токен сейлу уже озвучена. White paper в описании, Bitcoin Talk ответка также в описании. Подписывайтесь на социальные сети проекта, такие как Twitter, Telegram, и будьте в курсе всех новостей. Обязательно подпишитесь в Telegram и задавайте вопросы. Там ведется активное обсуждение, как всегда. Вам всегда ответят на вопросы. Если есть какие-либо вопросы по данному видеоролику, пишите в комментарии. Я обязательно отвечу и направлю вас в тот или иной как бы источник, где вам нужна какая-либо информация по проекту Nauticus. Всем спасибо за просмотр данного видеообзора. Ставьте лайк, если вам понравился. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Всем пока!